вас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет. Сегодня счет на табло ничей. Повтор гол нам показывает. Да, ошибся вратарь. Нельзя было так играть. И сейчас, конечно, очень переживает. Буквально из ноги. Смотрим еще раз этот гол. Здорово прошел защитника и уложил дальше точно в сетку. Отличная атака. Вот повтор. Насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол. Еще раз смотрим на гол. Свой третий мяч в этой встрече он забил. Отличный матч. В данном случае все было разыграно на высочайшем уровне. Повтор гол на будет очень хорошо. У него получилось обыграть защитника. Да и здесь все-таки есть вопрос голкипера. Возможно, стоило более плотно играть со штангой. Еще раз смотрим этот гол. Вроде даже дотягивается голкипер до мяча, но слишком сильным был ударом, не получилось вытащить. Видно на повторе, что вратарь опешил и потерял ворота. Случается такое, и наказали его за это. Да, оставалось только не повернуться по пути воротам и игрок. Еще раз давайте на гол посмотрим, они очень здорово сыграли в прессе.
Ich packe es ja. Papa ist da.